Зайка, тебе удобно? Зайка. Зайка, тебе хорошо? Сейчас, сейчас я тебе сделаю еще лучше. Сейчас. Молчи, зайка. Тебе хорошо? Красивые переломы. Где это вас так угораздило? Доктор, я писать буду. Вы? Вы художник или писатель? Литератор. Ну, обещать, что вы будете писать как Дюма, отец или сын, я не могу. Но, думаю, месяца через два ручку или перо держать сможете. Я на компьютере работаю. Тогда раньше? Ага. Черт, я же еще подарки на Новый год не купил. Книга – лучший подарок. Да. А вы в каком жанре работаете? Эротическом. А переломы кистей – это у вас с работой связано? Производственная травма. Настоящий художник должен сам все испытать. Я что-то не понял, зачем вам руки нужно было ломать? Вес не рассчитал. Она же у меня за сборную под дзюдо выступала в тяжелом весе. Здравствуйте, воины-десантники! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Попросите генерала говорить потише. Есть! Товарищ генерал, просьба говорить потише, их там клинит. Здравствуйте, воины-десантники! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Север не принимает сигнала. Товарищ генерал, Север не принимает. Будем передавать записи. Ну, хорошо. Ну что, можно? Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Спасибо, записано. Ну что, все? Так точно, товарищ генерал, все. Ух ты! Ах ты, господи! Минуточку. Что с вами, товарищ генерал? Кажется, нога. Да. Все нормально, товарищ генерал. Скоро снова с парашютом сможете прыгать. А раньше переломы были? Нет. Первый раз. Так у вас профессия такая опасная. Вы со скольки километров прыгали? У нас не прыгают, а совершают прыжки. Прыгает кобель на суку. И вообще это военная тайна. Единственное, что могу сообщить, со сверхмалой высоты. Понятно, товарищ генерал. Молчишь? Даже в Новый год тебе нечего мне сказать. Может, хоть словечко найдешь для меня? Что ты сказал? Ничего. Нет, что ты сказал? Я сказал ничего. Нет, что ты до этого? Ты что, не понимаешь, о чем я? Я знаю, о чем ты думаешь. Опять? Что опять? Опять из тебя попёрло. Что из меня попёрло? Чего из меня может спереть вообще? Ах это! Так я тебя сейчас устрою, я тебя покажу, мальчик! Фу, ну что? Что ты теперь скажешь? Ну что?
Новым годом. Я из-за тебя стала инвалидом. Все. Теперь точно все. Теперь ухожу. Я твою фирму разорю. Ты меня по суду будешь содержать до конца своих дней. Вы у меня все еще попляшете. Вот только жалко, тебе не скоро плясать придется. Все. Крест на твоей карьере. Варите на костылях. Может, тебе ногу ампутируют еще. Так что придется тебе на протезах свои пошлые антраша совершать. Да... Что тебе остается только? Партия оловянного солдатика? Прима одноногая! Погоди, вот я встану, я за тебя доберусь. Эй, кто-нибудь! Простите, можно вас? Дайте ей, пожалуйста, костыли. Пусть она до меня доберется. Ах ты! Погоди, ну-ка, дай сюда, Ну-ка, дай сюда! Да, я тебя сейчас слепила! О, господи, тише, тихо, больничный! Тише же! Да перестаньте, в конце концов, перестаньте, вам нельзя волноваться! Убью тебя, убью! Эпштейн! Эпштейн, мы тут пострадавших ждем, а вы... Что-нибудь, доктор, нос его! Да тише, я вам говорю, в конце концов, это больница! Дамочка, это больница! Ненавижу! А я врач! Да все уже! Что здесь устроили за вас? Я спокойно! Андрей Иванович, мы там пострадавших ждем, пожалуйста. Что вы здесь стоите? Я в туалет иду. Ну так идите, писайте. Слезать. Алло, милиция. А, на меня охотится. Какой адрес? Здесь камыш и холодно. Да откуда я знаю, где юг? Нет здесь солнца. И мха нет. Хорошо, я сейчас посмотрю. О! Пошел! Help me! Help me! Помогите! Помогите! Меня стреляют! Ну неужели вы не слышите? Как родная вошла, а ты не войдет, не войдет. Так. Ага. Ты что там делаешь? А ну-ка документы! Теперь твоя дура на панель пойдет. Ну, она-то и на панели не пропадет. Мы тебя еще вместе навещать будем в доме инвалидов. А фирма твоя мерзкая загнется. Я тебя еще в тюрьму пеку. И вообще, я вас всех по миру пущу. Взяли? А хорошо. Давайте я сам. Я. Ложница. Молчите. Иная вера. Давайте я. Надо. Ну? Отплясался. Не волнуйся, перелома нет, просто сильный ушиб. Да без этого еще и лучше. Вы не представляете, как я из-за этого страдаю. Вот вчера пришла ко мне одна настоящая умелица орального секса, в смысле крейка. Я с нею себя почувствовал пещерным человеком. Ха-ха-ха!
Ну, любезнейший, ваше волнение совершенно напрасно. Будете жить полноценной половой жизнью. Ну, все функционирует. Вот. Что? По-моему, он хочет что-то сказать. А, вы хотите что-то написать? Не в цирке? Чего? Почерк какой корявый. Александр Николаевич, ничего не понимаю. Конечно, вы не в цирке. Вы в больнице. Понимаете? В травме. Мы вас вылечим. А-а-а! Не волнуйтесь, гематома спадет, цвет вернется. Единственное, что могу сказать, работает, значит, все будет хорошо. После такого удара крепкая у вас конституция. Вам-то хорошо. Лежите. Лена, у тебя левая нога, а у меня правая. Одна пара обуви на двоих. С Новым годом. Узнала меня? Ага. А я жажду встречи с тобой под новогодней елкой. Моя красавица. Ну а как же? А как же? Ну и что же ты, практикант? Мой многолетний опыт подсказывает, доктор, что подвозить буду только под утро, когда все с горок пьяные катаются и ломают ноги. Ну что, Полуян, ломает? Марихуаны нет, героина тоже. С Новым годом. Ну, спасибо. Персонал у нас отличный. Остается с тобой Куркова, Эпштейн. Если что, помогут. Давай, выручай. С Новым годом. Фу ты, надо же, только дотронулся, а она... Надо прибрать, Андрей Иванович. Вообще-то на работе не положено. Таблетки. Света? Срок годности завтра истекает. Это Качалов. Доктор, а? Вспомнили? Приглашаю вас к себе. Просто проведем доктор, праздник. Доктор, мне бы сонник. Вон у вас тут реланиум есть. А чем же у меня плохо? Нет, я понимаю, что клиника, но у меня здесь отдельный кабинет. Нет, это не намек. Ну, понял, извини. Доктор, совсем худо. С Новым годом. Ага. Да, тоскливо вот так вот встречать Новый год. Это вам. Я такую переведу, не читаю. Да нет, это моя, это же я написал. Я вам потом подпишу, когда руки смогут перо держать. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас я пишу трактат о любви. А? Не пособие какое-нибудь. Очень серьезное исследование. Да. И здесь важен экспериментальный ряд. Скажите, почему мы такая закомплексованная нация? Почему? Ну зачем вы встали? Лежали бы. Ну. Новый год. Почему у нас нет художественного понятия? Слово, которое бы выражало сексуальные потребности человека. Ну так вот. Не обращайте внимания. Это из другого корпуса, безнадежно больной. В моем новом романе героиня испытывает потребность в любви. Да. Ей 32 года. Она еще ни разу не испытала оргазма. Почему? Ну, это такое интимное... Нет, почему такой возраст? Почему 32? Лучше пусть будет 33. Почему 33? Потому что мне 33 будет. Во время битвы при Ваграме, где он получает тяжелейшее ранение рук. А вы к кому? Извините. Так вот, к
только 2 года спустя Этьен возвращается к своей возлюбленной Натали, но скрывается от нее. Почему? А руки? Здравия желаю, товарищ генерал. С Новым годом. Желаю вам скорейшего выздоровления и продвижения по службе. Благодарю. А это от винчасти лично. Товарищ генерал. Тополь, Тополь, я первый. Как слышите меня? Товарищи офицеры. Младший сержант запаса Эпштейн. И младшему сержанту запаса тоже. Ну, чтоб сторону не вильнуло. С Новым годом, товарищ генерал. Скорейшего выздоровления. Скорейшего вам выхода к нам. Ждем вас. Ну, успехов, с Новым годом. Вас. Успехов вам. А ну, чайник не подведем. Да. Новый год. Лена, это я, Женя. Мы с вами в гинекологии познакомились. Вспомнили? Нет, это не я делал вам операцию. Я вам анекдоты рассказывал. Доктор. Да-да-да. А? Вспомнили? Да-да. Леночка, я приглашаю вас на Новый год. В клинику. Ну почему же здесь нормально? Запомнил. Да. Запомнил. 3-2 конфетки. Молодец. Эпштейн, 3. Ай, закуска градус крадет. 3 и 2 конфетки. Я мигом. Я сейчас. Давай, давай. Одна нога здесь, другая там. Тут главное его руки. Руки как образ, как форма. Она, Натали, старше Этьена. У нее материнская любовь к молодому офицеру. А он испытывает к ней сыновьи чувства, которые переплетаются со страстным... Поправляйся, родной. Выздоравливай. Его ранение очередное препятствие к этому. Это даже не покалеченные руки, а рана сердца. Он помнит ее тело через руки. Прочите, а вы кому? Неуместный вопрос в подобной форме. Вы что, не видите, кто я? Сударыня. С Новым годом. Лёва! Соловейчик! Кто Гамлета зовет? Отец твой, Гамлет. Папа. Принес? Вот. Алло, можно Веру? Это из больницы беспокоит. Нет, Веры здесь нет, здесь только я. Нет, я не больной, я врач. Повесили трубку. Не отчаивайтесь, доктор. А это кто? А, менты избили. А. Все причиндалы с мятком. О. Наши тебе все привет передают. Угу. Правильно ты этого козла отдел. Я его сегодня встретил. Говорит, как там наш Лёва? Передайте ему, пожалуйста, я хочу, чтобы он в моем спектакле Ленина сыграл. Да-да-да, обритья хочет. Гад Ленина. Ну, чтоб девчонки разлюбили. Эпштейн. Кузьмичев, Дед Мороз. Лёва, может, ему налить? Сейчас. Мужик, если хочешь, моргни. Будет. А как налить-то? Ну, может, прямо в рот, а? Не, ему нельзя. А Ленина в отместку из тебя хочет сделать. Ну, мстит, гад, за то, что ты Ленку увел от него. А что, она и с ним была? Ну, ладно, мне тут еще по 3 адресам надо. А ты сбегай в магазин, любезный. Не сочти за труд, а? Помощь нужна? Не, спасибо, сами справимся. А как же разливать и пить будете? Отработано. Оп. Новенький, пить будешь? Хватит, достаточно. А что, за рулем, что ли?
Теперь уже нет. Ну, будь здоров. И чтоб не в гипсе. Бум. Вы что, умирать здесь все собрались? Какой личный состав отделения? Не считая персонала, 9 человек. Двое лежачих, остальные могут. Что могут? Все. В магазин сходить, стол сервировать. Ясно. Как всегда, не хватает чуткого руководства. Чтоб, значит, стихию направить в нужное русло. Я безо всякой задней мысли приглашаю. И без передней. Не надо ерничать. Спасибо. Вас также. С наступающим. Доктор, подход неверный. Женщине нужно дать почувствовать себя святой Агнесой с корзинки всяких милосердий. У таблеток ваших срок хранения завтра заканчивается. Хотите, Мадонну вызову? Она мне не нравится. А кто нравится? Хакамада. Так она же не поет. А зачем ей петь? Тогда кого вызвать? Английскую королеву. А королеву-то зачем? Ну, какой же Новый год без королевы? Да, и папу римского не забудь. А папу-то зачем? А он мне нравится. Интересно. Ну, какой же Новый год с капроновой елкой? Ель должна быть настоящая, с запахом, вкусом. Возражения есть? Нет. Где у нас ель? Ориентировочно где-то здесь. Значит, Лёва, пойдешь и доставишь ее. Рубить не надо, мы не варвары. Возьми лопату и аккуратненько выкопай ее. Где у нас пожарный щит? Пожарный щит у нас здесь, но лопаты на нем нет и никогда не было. Понимаешь, дойти-то я дойду, а как я выкопаю? Как вас зовут? Лёша. Алексей. В этом квадрате ель. Найдите лопату и выкопайте ее. Аккуратно. Это МИД? Это Полуян из больницы. Нет, не психической. Я из травмы. Да нет, травмы не головы, у меня шея. С Новым годом вас. А телефончик Ватикан не подскажете? А кто знает? Так, ночной магазин там, а здесь ларьки. Ларьки отпадают. Да что, там же дешевле. Мы что, в реанимации Новый год встречать будем? Нет. Значит, в магазин пойдут ты. Есть. Итак, товарищи офицеры, то есть товарищи больные, последнее по порядку, но не по значению. Last but not least. Чего? Это женщины. Праздник, особенно Новый год, без женщин, сами понимаете, невозможен. Точно. Да ну их. Праздник же испортим. Женщины нужны, даже если сейчас они не нужны. Уверяю вас, потом будете бегать в поисках. Поэтому предлагаю доставить дам из соседнего корпуса. Наших, так сказать, коллег по несчастью. Нет, я против. Зачем нам нужны травмированные? А вы предлагаете привезти даму из гинекологии? Нет, лучше... Праздник без женщин. Все равно, что часть без знамени. Вроде бы все на месте, а чего-то не хватает. Ну? А не хватает гордости. Товарищ генерал, может быть, все-таки лучше из гинекологии?
Нет, только травма. Угу. От наших решительных и четких действий зависит успех праздника, угу, по местам. И успеха вам в решении поставленных задач. Спасибо, все свободны. Да, только теперь я начинаю понимать состояние моего героя. А вы что-нибудь чувствуете? Сейчас нет. Совсем чувствительность потерял. Да, тут нужно ласково, нежно. Угу. Гипс, конечно, мешает прямым ощущениям. Так, что будем делать? Делать что будем? Может, языком? Давай. Ну как? Никак. А так? Ну, наконец-то. Тебя только за смертью посылать. Где этот больной? Этот там. Простите, туда. О, Зоенька. Зоя, ты нас неправильно поняла. Я просто демонстрировал зоны. Понимаешь, только зоны. Знаю я твои зоны, кобель похотливый! Вульгарно! Мелочь! Вульгарно! Ты же молчи, пухатая! Зоя, остановись! Ну что ты делаешь, Зоя? Пусти! Новым годом! Пусти! Сударыня, вы не хотели бы служить в десантных войсках? Что я, по уши деревянная? Нам нужны такие капитальные женщины. Вы же валькирия, в вас заложен дух воительницы. И только десантные войска помогут вам раскрыть свои возможности. Я похожа на идиотку. Идиоты у нас не служат. Иволгин, генерал. Зоя. От воздушно-десантных войск. Зоя. Подумайте над моим предложением. Со своей стороны обещаю протекцию. Вообще-то я имаженистка. Но это не помеха для службы. Я сам сторонник философии интуитивизма. Но это же не является препятствием. А? Что? А. Спите. А. Больной? Вам нельзя волноваться. О, вы там этого маленького в черной ушаночке не видали, нет? Черт, надо было кого-нибудь пошустрее послать. Ваши люди. Но. Что же вы больных посылаете на противоправные действия? Да мы объясняли, что мы ее временно выкопали, потом обратно на место посадим. Елка росла на территории больницы, является собственностью клиники. Еле росла у забора. Но. На земле, которая принадлежит городу. А посему является не собственностью больницы, а находится в ведении муниципалитета. Мы ее в двух шагах от забора выкопали. Но она самая красивая вот, и пышная. Признали свою вину. Поздравляю с Новым годом. Ну, проходите. Кому Новый год, а кому служба. Товарищ генерал, неприятности. Наших взяли. Я же говорил, не надо было этих замороженных за елкой посылать. Вот, состав преступления налицо. Надо протокол составлять. Товарищ генерал-лейтенант, сержант Семенов, участковый инспектор. Слушаю вас. Так вот, извиняюсь, надо бы протокол составить. Надо. Но и Новый год надо встретить. Угу. А какой же праздник без ели? Я понимаю. Люди пострадавшие, должна же быть радость в жизни. Но дура лекс, сет лекс. Да, закон суров. Этого никто не оспаривает. Ель будет возвращена на свое природное место. Угу. А после праздника, я обещаю, мои бойцы рядом посадят еще несколько елей. Вопрос решен? Разрешите идти? Идите. Есть. И вообще заходите к нам. Слушаюсь. Семенов, слушай, у меня тут пациент пропал. Я уж волноваться начинаю. Ты бы запросил своих по рации. Запрошу. Да куда он мог подеваться? В пижаме-то. Мороз такой, что... Что, сильный мороз?
Во, в куртке мерзну. Водку будешь? Водку? Семенов, ты по какой системе водку будешь пить? А ты по какой пьешь? Я по инь. Тогда я по инь. Это для гармонии? Да не, я же на службе. Ага. Наконец-то Этьен открыл глаза и увидел свои руки. Они были покрыты грязью, сквозь которую пробивалась кровь. «Боже мой», — подумал он, — «еще недавно эти руки ласкали послушное тело Натали». Он помнил каждый трепет ее нежного и податливого тела, всегда готов отозваться на малейшее прикосновение этих рук. Этьен приподнялся и встал на колени. Мимо проехал император. За Наполеоном скакал мрачный Макдональд, и Этьен слышал, как Массена сказал Даву: «Пиррова победа». А Этьен даже не думал о битве. Все его мысли замкнулись на печальном воспоминании о теле Натали. Как он с такими руками будет ласкать ее груди и бедра? Зайка, по-моему, 5-й гусарский полк не участвовал в битве при Ваграме, он был в резерве. Из легкой кавалерии в бой была введена только гвардия и 1-я дивизия кирасиров. Да, но тогда перед битвой надо перевести его в гвардию. Зонька, на чем мы остановились? Как он с такими руками будет ласкать ее груди и бедра? Чувствовать, как под легким прикосновением оживает и трепещет ее тело. Ну, наконец-то. Слушай, ты моего маленького этого в ушанке такой, в пижаме, не... Ай. Товарищ генерал, результаты разведки таковы. В женской травме 3 ноги, 1 шея и 2 лежачих. А 1 нога, которая в аварию попала, очень сексуальная. Нога сексуальная? И нога тоже. Нога моя. Но согласны, если берем полным составом. Возьмем всех. Вопросов нет. Послушайте, генерал, может быть, лучше из гинекологии? Минуточку. Видите ли... Леша. Алексей, многие операции проваливались из-за слабой проработки возможных вариантов. Да, согласен, в гинекологии тоже женщины. Но если во время праздника у кого-то зайдет дальше... Зайдет. Это же мучение... Если заболевание не позволит выполнить желаемое. Это душевная и физическая травма. Травма. И только из травмы. Поехали! Стой! К стене! Не давите меня! К стене! Мешайте! Осторожно! Поворачивай налево! Ноги! Ноги не сломайте! Направо! Проходит! Держать! Направо! Направо! Давай! Прошу! Зайка, я так счастлив. Как я благодарен судьбе. Большое спасибо. Надо звезду на елочку водрузить. Справитесь? Вам-то хорошо. Вон только переломы, ушибы. Да. Ну что, готово? Давай клеить. Вот сюда? Повыше? Ага. По-моему, он все время что-то хочет сказать. Да. А-ха-ха. Не волнуйтесь, мы вас вылечим. Причин для беспокойства нет. В следующем году сможете самостоятельно ходить и писать. Ничего страшного, не переживайте. У вас просто отбиты яички. Нет, не совсем. О, по-моему, он опять что-то хочет сказать. А вы челюсть ему вправьте. У нас все готово. Может, он сам чего-нибудь скажет. Скажите, сосиска, сарделька, сука. Молодец. Вывих. У нас учения проходили в тайге.
в экстремальных условиях. И прапорщик Иванько при десантировании с малой высоты от удара о землю вывихнул челюсть. И потом трое суток выбирался к своим с открытым ртом. Все бы ничего, только гнуса было много. Он после этого вегетарианцем стал, как и я. Все. Мать вашу. Да. Куда вы меня упрятали? Да вы в больнице, в травме. Где моя одежда? Мне надо позвонить. Ой. Как меня? О. Вам лучше не двигаться. Вот видите? Насчет одежды можете не переживать, она надежно закрыта. Отнесите мне, пожалуйста, телефону. Надеюсь, телефон в этой богадельне имеется. Боже мой. Извините, что это там? Вам-то хорошо, у вас он только... Извините, колесо застряло, сейчас. Извините. Поехали. Дайте, генерал, где держанты будем делать? Беленького не хватает. Красненький, давай красненький повесить. Давай, давай. Давай, протягивай. Спасибо. Очень хорошо. Это опять я, извините. На вилле их нет, только обслуга. Отдайте телефончик дворца. Говорят, они туда поехали. Ага, спасибо. Можно позвоню? Пожалуйста. Это я. Что с голосом? С голосом у меня как раз все нормально. Скажи мне, пожалуйста, за что я вам такие деньги плачу, а? Я здесь черт знает где, в пижаме. А вы пьянствуете? Ну-ка, давайте срочно все ко мне. А вы что ж подумали, что меня эти гады положили? Спасибо за совет. Какая защита, какие двери. Здесь сплошное стекло. А, нет, врач мне уже не нужен. Мне просто надо отлежаться. Давай. Паразиты. Место здесь надежное? Надежное, надежное. У нас здесь милиционер территорию охраняет. А что празднуем? Сегодня ж Новый год. Это я. Оказывается, Новый год сегодня. Пожалуйста, скажите, где тут у вас вторая травма? Как вам объяснить-то? Ага. Поезжайте по моим следам, не промахнетесь. Спасибо, отец. Мы его там посмотрим. Вроде немного приняли. Вы к кому? Сударь, но это неуместный вопрос под Новый год, обращенный главному участнику этого события. Лёва! Кто Ленина зовет? Ну, я пошел. Маленького в пижаме, в ушанке встретишь, приведи сюда, это мой. Иду к вам, а тут он лежит, лицом в сугробе. Ну, думай, замерзнуть может, вот я и прихватил. Ну, лишний Дед Мороз празднику не помеха. Конечно, работа сложная. Да у него нос отморожен. Вполне возможно, в снегу лицом вниз лежал. Больно? Новичок, наверное. Сил на весь вечер не распределил. Со мной по молодости такое же случилось. Только я под елкой заснул. Ага. В сугробе? Нет, слава богу. В детском садике. А Снегурочка моя на улице. Ну и с ней ничего. Крепкая оказалась. Даже насморка не было. Ботинки-то дорогие. Деду Морозу такие не по карману. Да что ты понимаешь? Я, между прочим, в прошлом году на одних квартирных заказах столько срубил. Ни одну пару ботинок мог бы купить. Секунданты отошли в сторону.
Этьен улыбнулся и спокойно посмотрел на небо. «Боже!» – прошептал он. «Дай мне силы!» Рука крепко сжала эфес сабли и медленно опустилась под тяжестью клинка. Перед его мысленным взором возник образ Натали. Ее печально милые глаза как бы смотрели на него, придавая силы перед дуэлью. «Зайка, а может быть весь поединок прерывать его воспоминаниями о любви с Натали?» «Отлично! Бурная сцена в постели. Борьба любви и битва за жизнь. Это ход. Экстаз любви и ярость схватки. На чем мы остановились?» «Придавая силы перед дуэлью». Этьен печально улыбнулся. «Гирлянды повесили, товарищ генерал». «Принес?» «Что?» «Зачем тебя посылали?» «А, вот». «А чего, ничего лучше не было? Меня от этого пучит». «Это хороший бренди. Карл Иванович». «Где?» «А, я, Карл Иванович». «А где такой маленький, в пижаме, в черной ушанке, не встречал?» «Нет». «А к кому пришел?» «Ну, проходи, конечно». «А ты не с морга?» «Что?» «Я говорю, сам ты не с морга будешь?» «Не совсем». «Я подумал, ты в морге работаешь. Лицо вроде знакомое». «Заносите». «Вы куда?» «А, это туда, прямо». «Так, где больной?» «Все заносим в третью палату». «Как... как здоровье ваше?» «Спасибо, ничего». «Рот, откройте мне». «А... употребляйте спиртные, молодой человек. У вас остромаляция». «Ну как? Остеомаляция. Я что, беременный, что ли?» «Сергей Николаевич, извините, как это за Каленого? Он говорит, что вам звонит». «Да не хочу я об этом слушать. Избавьтесь от него. Хорошо, хорошо. Работа. Ну, что у нас там? Давайте посмотрим». «Я посмотрела палату, полное убожество. Я думаю, что будем решать ее в багровых тонах в стиле Цезаря Борджиа. Ну, будет как у вас в Л.А.» «Ну, сделайте, как в Л.А.» «Отлично». «Уберите». «Что он делает, а? Что он делает?» «Лучший специалист в этой области. Из-за стола вырвали». «Вы что, здесь собираетесь меня осматривать?» «Сейчас пойдем в палату». «Пойдем». «В палату». «Лучший специалист по гениталиям. В прошлом году, помните, Иванову отстрелили. Так он по частям собрал и сшил». «Все заносим в третью палату». «Так, ребята, займите дверью». Этьена мучил, обуревала жажда. «Зайка, не отвлекайся, твои рукописи ждут миллионы читателей». Он печально улыбнулся и посмотрел на Натали. «Боже!» – прошептал он. «Дай мне силы». Но сил уже не было. «Решетки на окна». «Дверь осторожно!» «А кровать, кровать?» «Кровать в третьей палате». «Ведь могут, когда захотят». «Ну?» «У меня дверь в штабном бункере потоньше будет». «Ну?» «Мне врач нужен. Желудок надо промыть». «Да ты чего? Не, у меня все нормально. Может, ты Палёна где-нибудь по дороге перехватишь?» «Да не мне, вот этому, задержанному. Прочистить желудок надо. Ничего не чувствую. Она растворилась уже. Он при задержании проглотил важную вещь. Теперь достать требуется». «Щекотно!» «Ну что, прощупывается что-нибудь?» «А чё ты в тулупе-то паришься?» «Наручники мешают». «Так сними их». «Давно пора». «А, угу». «Сколько там разной дряни, чего в нем только нет. Пальпация ничего не дает». «Ну как?» «Боже, какая пошлость». «Боттичелли?» «Сандра?» «Реплика. Фрагментарная.
О, свисток. А с меня за утерю 10% премиальных сняли. В позапрошлом году. Сергей Николаевич, палату вашу привели в порядок, дверь поставили бронированную, код замка, номер вашего банковского счета в Цюрихе. Вот ваша дельта. Стекла на окнах пуленепробиваемые, решетки прочные. Сигнализацию сейчас проверяют. А что смешного, профессор? Он точно профессор? Лучший специалист по этим делам. В том году, помните, док Шкирко оттяпал? Так он так пришил, как родной. Так Шкирко же застрелили. Ну, это уже потом. А, да. Сейчас еще рано говорить, насколько успешна операция. Я говорю, насколько функциональные моменты будут присущи трансплантированному органу. Что он несет, а? Я смотрю, у вас вторичные половые признаки начинают проявляться. Какие признаки? Да. Ну что же, операция сделана чистенько, синева, гематомы слишком обширны, но это бывает при пересадке. Плоть у вас хорошо прижилась, как родная. Что? Как родная. Профессор, вы неправильно поняли. Это родное. Да, ну теперь, конечно, родное. Вон, очень хорошо шит, очень... Ну, что он несет? Где вы его нашли? Ну, уберите его. Пойдемте, профессор. Тут размер неорганичный. Прижилась, надо же. Мужики, мне телефон нужен позвонить. Я вашу дельту возьму. А ты как дверь открыл? Спасибо. Как? Обыкновенно. Постучал и открыл. Ничего не понял. Как будет функционировать, говорить рано, но пока визуально начинает приживаться. Кто у вас тут старший? Нам автоген нужен. У нас там мент ключ от наручников потерял. Постой, надо разрезать. Ты откуда знаешь счет в банке, а? Какой счет? В какой банке? Да надо менять номер счета в Цюрихе. Это уже секрет Плешинеля. Hi, it's me. Вам-то хорошо за такой дверью. Ты-то как сюда попал, а? Так вот, я дома к празднику приготовил гуся. В духовке оставил. Ой, хороший гусь получился, как я люблю. С корочкой золотистой, нежной. Я ведь него не только чернослив кладу, как многие, а изюм с рисом в пропорции 1.5 на 2.5. Кончай о еде. Ну? С утра сидим, как вороны. Из-за этого идиота праздник пропал. Ну и сиди, и жди. Дилетанты, конечно, загружают его черносливом. Оно и понятно. Чернослив, он забирает избыточный жир. А я рисом. О, доктор. Я уже со всеми поговорил, всех предупредил. Дело в том, что будут дамы. Мне бы не хотелось... Я человек без комплексов, мне наплевать. Мне бы не хотелось, чтобы о моей травме много говорили. А чего о ней говорить? Травма, как травма, довольно распространенная. Да? То есть я могу надеяться, что вы о ней с дамами говорить не будете. Вы знаете, что такое врачебная этика? Ну? Я давал клятву Гиппократа. Клятву? Доктор, сколько раз я в жизни клялся? Но вам я верю. Давай, давай, осторожней, вот здесь, осторожней. Вот, все нормально. Уворачивай. Стоп! Мира помалу! Принимай! Ну? Сколько за доставку? Да чего там, что я не понимаю? Я сам когда-то за этим делом аж в Мурманск гонял. Смешно вспомнить, за 2000 Майна! Как будто ближе ничего не было. А теперь что, поближе нашел? Не, ее сюда, из Мурманска привез. Ну, счастья вам в новом году!
Минуточку. Че это не, а? Им-то хорошо. Вон как разбежались, как тараканы. Соловейчик, актер драмы. И комедии «Лев». Дед Мороз. У нас Кузьмичок. Еще один в резерве есть. Сами понимаете, работа у них сложная. Кузьмичок. Господин Мовецкий, травма у него чисто мужская. Господин генерал, не надо пугать дам. Сергей Николаевич, для вас просто Сережа. Это... Леша. Алексей. Это братья Крупье. Шурик. Саша. Здравствуйте. Безнадежно больной. И... Сергей Олегович. Да. Зойня. И его и машинистка. Тут люди из последних сил празднуют. Для них такой гость, как лекарство. Вы же не лишены христианской добродетели. Ну, вот и папа тоже христианин. Тоже поймет. Нарядно. Парадно. Прошу, сударыня. Прошу уделить внимание. Астимандора. Элитная. Желаете испить? Очень приятно. Лёва, смотри, стегни! Да. Эпштейн, твоя касторка далеко? Не, а ты что, прямо сейчас будешь? Конечно. Да вы что, очумели, что ли, оба совсем? Буду я за праздничным столом кастор купить. Когда тот вон, всего навалом. Будешь как миленький. Итак, друзья мои, пора. Пора. Слушай, Кузьмичев, а женщин-то на всех не хватает? Я сосчитал. Карл Иванович. Кузьмичев. Дед Мороз. Очень приятно. Лев. Пожалуйста. Друзья, к счастью, несчастье объединило нас в этом месте. Но пусть каждый из вас, несмотря на собственные боли, не будет отчаиваться. Но, чтоб морщил нас меньше, чем от этого. Ну, с Новым годом. С Новым годом. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. А я прошлый Новый год в бане встретил. И что? Ну что? Больше в баню не ходил. Значит, так хорошо помился, что год чистым проходил. Вон голова его мелькает. А, так вот рис нужно вымачивать в вине. Марка в данном случае не имеет значения. Главное, чтобы вино было с легкой горчинкой. Друзья! Падает тот, кто бежит. Кто лежит, тот не падает. Но за бегущих. Да, это хорошо. Зонька, это дамская водка. Один глоточек мне не повредит. Зайка, тебе еще работать. Вот так, да? Ладно. Ой. Карл Иванович. Спасибо. Не за что. Товарищи офицеры, говорит генерал, если вы настолько глупы, что не в состоянии ничего запомнить, то заведите мне записную книжку. Да.
Или две, как у меня. Это я. Давай. Вот здесь. Здесь внимательно посмотрите. Видно? А что мы, собственно, ищем? Металлическое и круглое. 36,8 миллиметра в диаметре. Он что-то есть. Инородное тело. Да, инородное тело. Но это наручники. Инородное тело. А вы ниже посмотрите. Да, слушаю. Какие распоряжения? Слушай, соедини-ка меня с Лондоном. Букингемский дворец, дай. Акции? Какие акции? Да продавай ты их. Все. Лондон? А, Лондон. Это полуян из травмы. Еще повыше. Может, она там лежит, а? Ты можешь сказать толком, что там лежать-то должно? Пора к столу, там уже начали. Да погоди ты, а нельзя ли его повернуть? По-моему, она боком лежит, поэтому ее и не видно. Да объясни ты толком, что мы, собственно, ищем? Медаль он мою проглотил. Я когда его вязал, он изловчился, гад, и откусил ее. Вот только колодка на кителе осталась. Ну и что теперь делать? Вы врач, вам решать. А может, операцию сделать? Аккуратненько разрезать, достать, а потом зашить. Ну, под общим наркозом. Он и не заметит. Да вы что, совсем что ли? Праздник же. Ну вот. Вот, смотрите. Она уже совсем низко лежит, а? Доктор, может ее как-нибудь через зад вытащить? Есть же специальные инструменты, приборы там разные. Медицина ведь на месте не стоит, а? Совсем обожжена. Да чего мудрить? Стакан касторки ему дать, она как пуля вылетит. Пошли к столу. Ну, подождите, доктор. Она же низко совсем лежит. Может быть, ее каким-нибудь крючочком зацепить? Медаль? Ну, медаль. И аккуратненько вытянуть из него, а? Давайте попробуем. Семенов. Чего? У тебя ранения были? Какие ранения? Пулевые. В голову. Не было. А это что? А, это патрон в шапке, чтобы на глаза не падало. Так что будем, доктор, с медалью-то делать? Сама ведь не выйдет. Черт возьми, где я? In Krankenhaus. Вы в больнице. Что со мной случилось? Вроде я здоров. Вы отморозили нос, и ваш коллега, наш российский Дед Мороз, доставил вас сюда. Богу жует, инвалиды. Касторку. Ему. Коля, вы меня помните? Он из армии спасения. Я. Wir hatten da in dieser Fabrik ein Wohltätigkeitskonzert. Und da haben wir Wodka getrunken. Und danach kann ich mich, also da weiß ich, da kann mich überhaupt nicht mehr an nichts kann ich mich erinnern. Ja, dann ist alles klar. Ich danke Ihnen für meine Rettung.
Был на каком-то заводе на благотворительном вечере. Немного выпил. Простите, Качалов здесь? Женя звонил мне. Вы такого маленького совсем в ушанке, в пижамке не встречали? Нет. Тогда проходите. Спасибо. Это вы потому мордой в сугроб упали, что водка паленая. От такой водки помутнение в разуме происходит. И падаешь, как подкошенный. А это хорошая водка. Хоть ведро выкушай, фрау водка. Водка он пье, тяжкет не. Не-не. Водка без пива, деньги на ветер. Еще одна пошла. Откуда они такие? А мне первая понравилась. А тебе? У меня своя. Я Качалову. А я догадался. Прошу. Мерси. Сильвупле. А, во, еще идут. Зачем ему столько... Он ведь так суданулся, что мне показалось, что он и про баб-то забудет. Кончай об этом. А о чем говорить-то? О еде? Лучше о еде. О, танцует инвалиды. А пусть танцуют, быстрее устанут. Вот почему-то принято в говяжий язык добавлять молотые грецкие орешки. А я предпочитаю простые. Бонсуар, мадам. Мадмуазель. Миль, пардон. Месье Качалову? Угу. Проходите. С Новым годом. Мерси. А если его нет, можно положить 3 орешка горького миндаля, предварительно вымочив его в сливках. Кончай, иди. С утра крошка во рту не было. Хорошо. Давай о другом. Я, например... На вечер уже договорился. Меня ждут. А ты с кем хотел встретить Новый год? Один или у тебя есть кто? Есть. Девушка. Хорошенькая. На 150 шагах пятак пьет из винтовки. Ага, понятно. Новый год, Новый год. S'il vous plaît, madame. Bonsoir, je suis venu chez Kachalov. Mais vous parlez bien français, monsieur. Oui, madame. Я сосчитал, сейчас на всех хватает. Угу. Нет, ну вы представляете, меня сегодня бросили одного на все отделение. Я сегодня за глав врача. Доктор, можно вас? Конечно. Простите. Это что, все твои, что ли? В смысле? Ну и? А, ну если кто нравится, да. Пожалуйста, действуй. Действуй. Лев Соловейчик, актер. Буду играть Ленина. Сочувствую. Да? В призрачно-блеклых тонах умирающий век осени, утонув в разноцветных снегах, я сажусь в расписные розвальни. Молодец в буйном взрыве волос и знакомый разбойный свист унесут меня на погост, побеля головы моей лист. И забытый из детства снег мягко выбелит вдовий плат. Мир мой милый и малый век в полумертвый изгонит сад. Я пришла целовать кров,
сердцем слушать умерший хруст под серпом угасавших стихов, как замерзшей рябины куст. Умыкни меня в глаз синеву, обними жарким солнцем осени, чтоб почувствовать мне наяву тишину твоей зимней песни. Зоенька, ты была просто неудержима. Спасибо, спасибо. Я горжусь тобой. Соловейчик, драма. Сижу я. Скоро буду Лениным. Поразительное сходство. Да? Нет, лорд-мэр не устроит. Нужна королева. Я прекрасно осведомлен о ее занятости. Но вы поймите, что только ее личное присутствие сможет спасти больных. А где она? На службе в соборе? Well, я подожду. Спасибо, Зоенька. Вот рекомендую, блондинка. Порядочная и благообразная. Благообразная? Исключительно. Я в центре. Вообще-то я готовлюсь сыграть роль Ленина. Вы знаете, очень похоже. Это вам. Извините. Благодарю. Можно вас? Одну секундочку. Ну? Я требую сатисфакции. Не понял. А мне не нравится ваш нос. Как видите, я это перенес. Ваш нос, как посмотрю, приходит в гости раньше моего, часа на полтора. Наверное, вам и пить мешает он. Хотите, поднесу большую чашу, куда погрузите вы ревность, да и нос свой заодно. Как мог бы выразиться Серано? Семенов, как, все в порядке? Че в порядке? Ну, бокал-то я тебе принес. Какой бокал? Начальник, давай к дамам отойдем. Ну, чего пеньками-то стоять, когда такие вокруг? Стой, стой. Ты себя как чувствуешь? Во, отлично. Все кипит. Пошли. А ты? Я... Внимание, господа! Жюри объявляет результаты конкурса. Название «Мисс Снегурочка», проводившегося в рамках празднования Нового года в мужском отделении травматологии номер 2. Учитывая высочайший уровень претенденток, жюри объявляет результаты. Победительницей стала... Минуточку. Минуточку. Мы решили, не надо, что победителя нет и быть не может. Вы все здесь такие прекрасные, особенно наши дамы, которые находятся здесь на излечении. Несмотря на все неприятности, они остались женщинами прекрасными и трогательными. Хорошие вы наши. Спасибо вам. Сударыня, позвольте пригласить вас. Маэстро! А как же нога? Нога пустая. Сударыня, что-то мне ваше лицо знакомо. Старший прапорщик Рачкова. Третья бригада ВДВ, товарищ генерал. Вы же к нам летом приезжали. А, да-да-да, помню. А вы при штабе служите? Инструктор. Вы еще нашу вышку покритиковали из-за ее наклона. Сказали, что у вас и то лучше стоит. Так мы вышку-то выправили, товарищ генерал. Теперь стоит как. Ну, вы тогда были в камуфляже. Я же не знал, что среди вас
находятся такие милые женщины. Николай, мне нужно отойти. Куда? Все только разворачивается. Мне что, оружие применить? Пошли. Извините. Им-то хорошо, вон как бегают. Я очень уважаю искусство. Я и сам был тесно связан с одним художником. Так он мог любую картину переписать, сам автор бы не отличил. А он меня нарисует? Обязательно, я договорюсь. Но скоро ты там. Меня дама ждет. Я думаю, ты съел что-нибудь несвежее. Хотя стол вроде бы солидный. У меня все в порядке. Ой, Коль, подай бумагу, пожалуйста. А зачем тебе? Боже. А, протокол собрался писать. Семенов, привстань немного. Не могу. Ох уж эти чистюли. Спасибо, Коля. Извините, Николай, а... Мы скоро. Угу. Угу. Ну, чего ты там? Ой, погоди. Вот всегда так. Какие-то засранцы жизнь ломают. Das, was der Empfindung entspricht, nennen wir den Stoff. Да не беспокойся. Вон у нас сколько штофов. Во. Der Stoff, genau das. Und das, wodurch das Mannigfaltige der Erscheinung auf eine bestimmte Weise Господа. Geordnet werden kann, Damen ждут. Das nennen wir die Form der Erscheinung. Obwohl die Form aller Erscheinungen... Stoff. Ja, der Stoff. Да, also, материя. Так вот, материя всех явлений дана нам только в эмпирическом созерцании. Я. Генерал, чем все о водке беспокоится? Вон у нас и сколько. А не хватит, сбегаем. Форма явления и материя. Мы часто путаем и объединяем эти понятия. В этом я целиком на стороне Канта. Сам уважаю старину Канта. Он тебе не о водке. А че он все, штоф да штоф? Да нет, он говорит о философских вещах, о душе, о материи. Ну, тогда другое дело. Я-то думал, он махровый материалист, а о душе можно. Только их нужно предварительно смочить в теплом молоке. На пол-литра молока надо добавить стакан сахара и продержать так часа два, пока они не станут цвета слоновой кости. А потом взять изюм, выпарить его в духовке. Он набухнет, станет пышным, пышным таким. Ты меня достал, пошли! Я готов уж тебе завалить, если ты будешь пересказывать еще поваринную книгу. А я что против? О чем речь? Пошли! Наконец-то! Спокойно. Спокойно. Третья бронированная дверь слева с кодовым замком. Спасибо. А вот это уже лишнее. Серега!
Слышь, Серега, давай к нам, сейчас цыгане будут. На наше счастье, на инфекционном отделении целый табор лежит. Слышь, Серега! Они устрицами отравились, непривычки, наверное. Я на гастролях один раз папайю съел, а мне Отелло играть. Меня так прихватило, когда я Дездемону... Двадцать два, 23, 24. Минуточку. Гранаты боевые. Сюда! Лёва! Солонечек, помогите! Лёва! Да бегу, бегу! Что случилось, Кузьмичок? Что с тобой? Ой, Кот! Давай, поднимай! Поднимай давай! Ой, тяжёлая! Держать! О, Господи! Цыплята табака. Так, понятно. Двери крепкие, а петли хлипкие. У меня лет 10 назад на сержанта самолет упал. Так же выглядел. Им-то хорошо, только ушибы. Да, сильно их оглушило. Захожу в номер, думал, Серега на кровати, а тут в спину как шандарахнет. Я прямо в ванну влетел, а там Серега с этой. Тут Дед Мороз появился, взрывы, нас в ванную. Что случилось, Дед Мороз? Я почему-то на полу оказался. Квалифицированная помощь не требуется. А я вас помню. Не курите дымно тут. У вас очень хорошо прижилось. Ну-ка, размер. Вот вы сами убирали? Размер как размер. До вас никто не жаловался. А с этими что делать? Упокойте их в гипс, а утром разберемся. Это я. Лучше в цемент. Странно. Сложных переломов нет. Ну так, ребята-то крепкие. Ну скоро ты там. Сил уже нет терпеть. Ты что, весь праздник собираешься там просидеть? Ты бумагу-то экономь. Второй рулон кончается. Послушай, Коля, что ты там говорил про водку с солью-то? Попроси кого-нибудь, пусть принесут, пожалуйста. На помощь! Семенову надо желудок закрепить! Ну что ты орешь-то? Зачем афишировать-то? А что будет лучше, если ты весь в канализацию утечешь? Они-то плясать могут. А тут люди как мухи. Страдают. Я не возражаю, даже рад. Только обидно очень. Понимаете? Я, вундава, вундава! Oh!
Да, тоскливо так Новый год встретить. Лежа в гипсе не сплясать, да и рюмку не поднять. Это им нормально. Не навредит? Das das nicht schadet? У вас у русских очень странный способ лечения. Habt ihr wirklich eine sehr eigenartige Medizin? Да ты чего? Новый год все-таки. Пусть ребята погуляют. С Новым годом, болезный. Этьен печально улыбнулся. Зачем вам нужен инвалид, мадам? Вы совсем меня игнорируете. Натали посмотрела на нее. Вы что же, меня больше не любите? Как я могу забыть вас, вырвалось у Этьена. Но, мадам, как я могу быть рядом с вами, имея такие руки? Он протянул к ней ладони, затянутые в перчатки. Ее огромные темные глаза заволоклись слезы. «О, Этьен!» – прошептала она и опустилась перед ним на колени, жадно посыпая его руки страстными поцелуями. Может быть, он начнет испытывать фантомные боли? Его пальцы приобретут прежнюю чувствительность? Зайка, будет эффектнее, если его руки начнут оживать на ее теле. Да-да. Пальцы Этьена коснулись обнаженных плеч Натали. Острая боль, как удар, пронзила его руки. Он чуть было не вскрикнул от боли. Тело Натали вздрогнуло и напряглось в предвкушении забытого чувства. Забытой страсти. Руки Этьена плавно скользнули по телу Натали, и он почувствовал, как дрогнули ее бедра, еще теснее прижались к его ногам. Ну, тебя только за смертью посылать. Проходи. Господи, а ведь практически не пил. Дувельзаген даст дезерводка. Ты хочешь сказать, что эта водка существует только в нашем эмпирическом созерцании? Да, но помимо эмпирического созерцания водки, она имеет протяжение и образ. Как вы, немцы, все запутываете? Главное не столько других, как себя. Есть немного. Предлагаю этот образ объединить с ощущениями. Как? По-русски это делают так. Не-не, спасибо, я не пью. А где этот маленький? Черт. Ладно, уговорил. Сиди. Алло, привет. Слушай, ты не помнишь, как приматы по половым признакам различаются? Да какие вторичные, тут и первичных не видно. Спасибо. Пока. Идите, она вас ждет. Угу. Вы ее не знаете. А вы ее знаете? Идите.
Ты прости меня, я был... Это ты меня прости. Да я тебя давно простил. Ну, чем мы дуемся друг на друга, как дураки? Танцуют. Да. И что танцуют? Еще сломает тебе что-либо. А вы-то чего не танцуете? Что, я больной? Да, я больной, то есть я имел в виду болезнь моя иного свойства. А потому веселье испытывать как-то не с руки. Да вы плюньте. Это как? А вот так. Ну, ну. А, шутки у вас. До свадьбы заживет. Думаю, до смерти не успеет. Чего утешать меня? Болезнь моя неизлечимая. А что с вами? Спид? Спинной мозг, говорят. Даже названия нет этой болезни. Вот видите, кроме коляски больше ничего и не шевелится. Главное, названия у болезни нет. В Штатах такие операции делают. Так то в Штатах им хорошо. А мы чем хуже? О, кстати, у меня журнал научный. Есть, извини. Тут как раз такая операция описывается. Только статья эта на английском языке. Наш генерал, полиглот. Сейчас проштудируем и прооперируем. Да вы с ума сошли. Во! И доктор поможет. Ладно, пусть и традиционная медицина поможет. Вы только посмотрите на него. Надо делать операцию. Хуже ему все равно не будет. Сами же говорили, доктор, что он безнадежен. Так говорили? Говорил. Все. Делаем операцию. Но это же не повод, чтоб проводить эксперимент. Так. Спокойно. У нас есть профессор. Инструкция. Клиника. Профессор сейчас придет. Инструкция доступна. Ну вот он. Сначала с цыганами, потом со снегурочками. Минуточку. Ну-ка, приведите его в порядок. Я сказал, форму приведите. Ага. Ну, доктор, теперь вся надежда на вас. Только вы можете спасти больного. Больной Уильям. Да вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Я его зарежу, а потом всю жизнь страдать буду. Эх ты! По недвижимости. Человек, может быть, последние секунды доживает. А мы помочь ему не можем. Да! 5 мая. Medical Friend of Hospital. Я знаю, что делать. Эх, если б не рука. Я, между прочим, в детстве сам себе гланды удалил. Без наркоза. Ну? Доктор, пива не надо. Операция серьезная. Ох, операция вам нужна. Сейчас, как профессор, буду поезд вам операции. Лёш, ну что ты вечно лезешь во всякие дела? Да подожди, все нормально, ты не понимаешь. Ты же ничего в этом не понимаешь. Операцию будут делать по научной литературе. Ну ты идиот. Ты просто наивный идиот. Ты в своей фирме так же дела ведешь? Кстати, с бабами так же. Опять? Что опять? Опять из тебя дурь прет. Какая дурь? Дурь, бабская из тебя изо всех... Ну-ка, иди сюда. Так,
Какая дура из меня прет? Да, доктор, объяснить? Вам пора. Какая дура? Ты-то спокоен. Операция можно. Сейчас, я уже почти как профессор. Еще один глоток. Для консультации. На всякий случай прихватили. 7:28. Я в школе проходила практику в больнице. Название инструментов я не помню, но могу помочь. Университетская клиника, штат. Ребята, вы хотя бы понимаете, что делать надо? Так. Я смотрю, вы даже руки не помыли. Еще инфекцию занесете. А ведь он абсолютно прав. Да, тут написано, доктор Джонсон тщательно обрабатывал руки раствором. Включили яркий свет. Свет у нас горит. А руки, то есть руку, мы вымоем. Да. Вам надо быть в масках и в перчатках. И в халатах, а то вы все вон в пижамах. А этот даже в бороде, нестерильный явно. И руки помойте. Слушай, может, ты сам себе операцию сделаешь, а? Его надо усыпить. Он своими репликами операции только мешает. А ничего, эффект есть. Засветились экраны многочисленных мониторов. Доктор Джонсон смотрел, как медсестра Глэдис обрабатывала позвоночник больного прозрачным раствором. Каким раствором? А можно я буду медсестрой Глэдис? Можно. Каким раствором вы мне будете мазать? Это не научная литература. Вполне научная. Там даже сноска есть, где и когда проведена операция. Да, это же там. А вы даже руки не помыли. И этот с бородой. Ассистент Джонсона Паркинсон уже приготовил тонкие контактные иглы, провода от них тянулись к аппаратам. Иглы возьмем от шприцев. Напряженную тишину операционной заполнило гудение машины. А какая машина? Чушь какую-то читаете? Тихо, операция идет. Я сейчас не могу. Идет операция, да не финансовая. И не по ликвидации, да я потом перезвоню. Ну? Где тут у вас безнадежно больной? Сейчас, мама, я его быстро прооперирую. Господи. Что ж ты, а? Больной уже давно готов, а ты? А что? Приведите его в порядок. Я могу помочь. Расплюнуть. Руки. А чего это его твой газ не берет, а? Да должен. Руки не забудьте помыть. Да и подвижный он какой-то. Не, кайф есть. Это он бредит. Все, все, спасибо. Что, на самом деле решили делать операцию? Вы ее сделаете. 8:24. Ассистент Паркинсон сидел за аппаратом. Стрелка прибора подрагивала на отметке 250. От напряжения на его лбу выступил пот. Спасибо. Он следил за Джонсоном. Бог мой! Боже мой, что я делаю? «Бог мой, дай мне силы!» – прошептал Джонсон. Рука его уверенно приняла от медсестры Глэдис контактную иглу. Он склонился к больному. «Вы же пьяные, сволочи!» «Это он бредит. Точно бредит!» «Следите за этим анестезиологом, блин!» 8:31. Электроды входили с противным звуком в тело. Джонсон и Паркинсон располагали их на расстоянии 1,2 дюйма от позвоночника. Американский дюйм – это 25,4 миллиметра. Бред какой-то.
Господи, только бы получилось. Джонсон внимательно следил, как умело работает Паркинсон. Колдуют. Ассистент заметно волновался. Машину подключают. Сосуды на его висках, казалось, вот-вот лопнут. Кузьмичев, от давления крови. Ты готов? Лёва, я кровью какая боюсь. Какая кровь? А какой крови? Обещаю. Крови не будет, возможно. 8.42. Погрузили первые электроды. Генерал, все электроды погружены. Извините. Тело больного дернулось в судороге. Она ж как бревно лежит. Отступать поздно. По телу больного еще раз прошли судороги. Рефлексы есть, Николай. Подумал Джонсон. Опять значит, есть еще пойдем. Надежда. Все замерли в напряженном ожидании. Казалось, секунды длились вечно. Мое место там, за столом. За операционным столом. А я вынужден тут с тобой ждать, пока из тебя все выйдет. Господи. Поздно Господа вспомнил. Как сказано, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Вот я в нее и попал, Коля. Семенов? Оу. Я тебе? Ну, когда медаль твоя выйдет, в отделение ее занесу. Обещаю. У дежурного оставь. Только помыть не забудь. Самец оказался. Кто? Гады, не могли написать книжки, что койку надо заземлить. Как меня... смотри, как меня долбануло. Ну пойдем, Лев, пойдем. Операция прошла успешно. Ура! Ура! А что это вы тут делаете? В операционном блоке. Спасибо. Доктор, вы меня слышите? Я от души, от всей души вас поздравляю. О, спасибо. Ну вот я же говорил. Спасибо. Поздравляю. Доктор, спасибо. Доктор, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Ой, Зайка, смотри, как расположились точки от игл. Если вот здесь и вот здесь поставить точки, то получится с Новым годом. Может, поставим? Он проснется, увидит, ему приятно будет. Да. Вам помощь квалифицированная не потребуется? Генерал, а вы чего такой грустный? Все ж хорошо. Видите ли, эта статья описывает то, чего на самом деле не было. Первоапрельская шутка. Вымысел. Что мы сделали? Сам не понимаю. Вы не представляете себе, какая вы женщина. Я когда вас первый раз увидел, меня как оглушило. Да? Что делать? Здесь же люди. Извини. Извините. Доктор? Доктор? А? Где больной? Какой больной? Какой именно? Доктор, больной пропал. Вы его никуда не увозили? А? А? А был ли больной-то? Что-то мне не по себе.
Интересно, что же мы сделали по этой книжке? Ну, он же дышал. Да, и пульс был, что характерно. Да все нормально было. Эй, вы нашего больного не видели? А, это я. А вместо крыльев пламенный мотор. Доброе утро. Мы рождены. Доброе. Чтоб сказку сделать. А вы... Вы разве бреетесь? А вы что, не видите? А вы летать можете? Не совсем. Грехи, знаете ли, не дают. А разве вы грешите? Бывало. Понял. Но не буду вам мешать. Да-да. Как вы себя чувствуете? Мутит мне немного. Ну, это у вас, вероятно, от наркоза. Ага. Доктор, вы мою коляску не видели? Коляску? Зачем вам коляска? У вас же вон механическая. Да мне моя нужна. Вот тут же стояла. Вон люди, ни на минуту нельзя оставить. Зачем вам коляска? Вы же вон как ходите. У меня там заначка. Папиросы есть? Нет. Вам-то хорошо. Скажите, чем вы можете объяснить, что столь высокие особы решили посетить ваше отделение? Как вам удалось? Генерал Иволгин находится у вас в помещении. Его присутствие как-то повлияло на это? Господа, минуточку. Пропустите моего пациента. Не толкайтесь, пропустите. Что вы хотите? Пришли первые. Ну, где ты ходишь, болезный? Веришь, Иваныч, полгорода обошел. Нигде твоих любимых конфет нет. Эпштейн? Проходи. Господин Эпштейн, скажите, кто конкретно вел переговоры и как вам удалось добиться приезда? Вы сразу получили согласие на приезд столь высокий генерал? Господа, сам генерал участие что переговоров. Вы мерзнете? Проходите к нам, у нас весело, не соскучитесь. Милости просим. Ты ждешь ли завета от друга привета? Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Приеду весною, ворота открою, я с тобой, ты со мною, неразлучный вовек. Доске и тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. Доске и тревоге, не стой на пороге, снег. Моя дорогая, я жду и мечтаю, улыбнись, не встречая, был я храбрым в бою. Эх, как бы дожить бы до свадьбы
женитьбы и обнять любимую свою. Эх, как бы дожить бы на свадьбы женитьбы и обнять любимую свою. Thank you.